мы тут свой репортаж делаете. Фильм о фильме, да? Ну, это самое забавное. Потом в титрах показать, как это было. И просто экран еще там. И пойдет, и пойдет. Андрей, скажите, пожалуйста, как записать вашу фамилию и должность? А я вам дам визитку. А, давайте. В середине 80-х японская трехчасовка. В середине 80-х вот такая японская трехчасовка стоила 80 рублей, больше половины советской зарплаты. Советская. Вы всегда не говорите, что советская 48 стоила. 48 копеек стало мороженое. Я бы так сказал, не советская зарплата. Ну, потому что зарплаты тоже разные были. С мороженым будут путать, 48 копеек. Не, ну понятно, но все равно зарплата такая была минимальная. Все знали, что она 120 рублей. А? 120. Вот такая японская трехчасовка. Не, ну все это были люди, которые по 300. Конечно. Поэтому советская зарплата, такая средняя. Больше половины средней советской зарплаты. Средняя. Да? Ну, да, больше половины средней советской зарплаты. Единственное, что ты... А вот эти несколько кассет уже целое состояние, а если взять 12 ВХС, то это уже целое приданное невесты тех лет. Так, давай я не буду говорить, сколько советские кассеты стоили, да? Ну, ты не говори советские кассеты, просто такая кассета. Такая... Сейчас еще. В середине 80-х вот такая японская трехчасовка стоила 80 рублей, больше половины средней советской зарплаты. А вот эти несколько уже, вот эти несколько кассет уже целое состояние. И если взять 12 ВХС, то это приданная невеста тех лет. То это приданная невеста. А, например, уже 12, вот эти целое состояние. А если, например, взять 12 кассет, 12 ВХС, то это уже приданная. Ну, да, попробуем. Сгодилось бы на приданную. Так. Поехали. В середине 80-х вот такая японская трехчасовка стоила 80 рублей, больше половины средней советской зарплаты. Вот эти кассеты целое состояние, а если взять 12 таких ВХС, то это уже сойдет и за приданной невесты тех лет. Мне кажется, так лучше, да? Ну, чем первый. Ну, выберешь там уже. Ну, в смысле, имею в виду по смыслу. Потому что я не буду знать, да? Не боюсь, потому что цель не меняется. А давай еще один такой дом. В середине 80-х вот такая японская трехчасовка стоила 80 рублей, больше половины советской зарплаты. Советская 48. Но вот несколько кассет – это уже настоящее состояние, а 12 – целая приданная невеста. А 12 по тем временам – целая приданная невеста. А 12 приданная невеста, приданная невеста тех. Это все видно, да, все время. В середине 80-х вот такая японская трехчасовка стоила 80 рублей, больше половины советской зарплаты. Советская 48. Но вообще вот это несколько кассет целое состояние, а 12 уже приданная невеста тех лет. В середине 80-х вот такая японская трехчасовка стоила 80 рублей, больше половины советской зарплаты. Советская 48. Ну вот эти несколько кассет целое состояние, а 12 уже приданная невеста тех лет. В середине 80-х вот такая японская трехчасовка стоила 80 рублей, больше половины средней советской зарплаты. А вот это уже целое состояние. А если взять 12 таких ВКС, то это сойдет и за приданная невеста этих лет. В общем, есть из чего? Ну, я думаю, да. Да. Примерно. Ага. Слушай, понятно, что я имею в виду 12 кассет? Ну, конечно, а что? 12 чего? А 12 уже? Ну, ты же про кассеты говоришь, конечно, понятно. Может, запишем отдельно, скажу, а можно кассеты назвать ВХС?